А как вы относитесь вообще к тому, что сейчас происходит на родине, на вашей? Ой, ужасно. Никто бы мог подумать. Я так любил свой город. Такой был красивый город, богатый. Розы, иллюминации. Ты не был никогда в Донецке? Вот раньше. Ни разу? Ой. Только проезжал мимо на поезде. Уже того Донецка нет, ой, я боюсь. Ой, я не могу, у меня сердце кровью обливается, слушайте. Кто бы мог подумать, друг друга там молотят. Это вообще сам город. И народ. Надо выпить. Да, хотя бы хочу чая. А, Аня, вы бывали в Донецке? Да, я там росла. Ну, бабушка. Ну, а когда последний раз там были? А вот мы ездили с тобой, как давали интервью в журнал какой-то, да? Это я. Когда мы с тобой плакали в нашей квартире, где я, ну, росла, там это магазин сделал. Ткани. Ну, родители продали ткани, и мы с Танечкой. Ну, тут же я в этом окне, я же мечтала. На первом этаже? На первом этаже, да, мечтала. Тут вот наша кухня. Рыдали. Вы знаете, я с вашим, ну, условно говоря, начальником, не знаю, Марк Анатольевич Захаров, он начальник в Ленкоме, ну, обсуждал как раз ситуацию на Украине, а вы вообще в своей богемной среде обсуждаете или вам есть о чем поговорить? Конечно, обсуждаем. Да. Есть совершенно диаметрально... Очень даже диаметрально противоположные. Я подозреваю, что очень многие по этому поводу просто вот расходятся. Да, очень да, есть диаметрально противоположные взгляды, но мы, поскольку нам жить и работать вместе, да, мы уже знаем приблизительно, кто стоит на какой платформе. Да. И если речь заходит о чем-то, то вот лучше о нем вот об этом да. не говорить. Вот потому, потому что у человека есть своя точка зрения. Это скандал. Да. Его с нее уже не сдвинуть. И чего она вместе на сцену выходить. Поэтому... Ну, были сцепки такие. Были, не, были особенно фамилия. Поначалу там да, доходило поначалу, до каких-то... Слушай, а в семьях что происходит? Тут у моей подружки Олеся Железняк, они там в Днепропетровске, кто там живет, братья, там просто они не разговаривают абсолютно. Угу. Сейчас вроде как немножко полегче стало. А то просто... Наладился диалог. Ну, теперь зато в Голливуде за Трампа они там разводятся. Теперь у них есть о чем поговорить. Да, мы стали законодателями мод в этом смысле. Добрый день, друзья и не другие. Я честно признаюсь, я не видел ни одного сезона сериала «Сваты». Более того, я не видел ни одну серию. Я видел только небольшие фрагменты, и то, потому что ими иллюстрировались мои беседы с актерами, которые в этом сериале играли. Это, кстати, не имеет никакого отношения к «Кварталу 95» или там к Владимиру Зеленскому. Я в ту пору не знал, что он имеет отношение к этому проекту, хотя, конечно, про него знал. Он пытался устроиться на российское телевидение и все время мелькал. В кулуарах лет 5 назад это было, да, такой проект был семейный альбом. Как бы я приезжал в гости к звезде, наша команда замечательно совершенно подбирала уникальные фотографии в такой альбом, и мы листали этот альбом вместе с героями передач. Как правило, это актер, актриса и члены его семьи. И я должен сказать, что актеры, которые играли, я не знаю, играют ли по-прежнему в «Сватах», это, ну, чудесные совершенно собеседники. То есть это такая находка для интервьюера, подарок. И Федор Добронравов, и Татьяна Кравченко. С удовольствием вспоминаю эти разговоры. С вами поделюсь